Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1104. Длина прямоугольника 8 сантиметров. Ширина 3 сантиметра. Чему равна 1/6 площади прямоугольника? То есть нужно найти 1/6 площади. Неизвестно, сколько сантиметров квадратных. И для начала нужно найти площадь прямоугольника. Чтобы найти площадь прямоугольника, нужно длину умножить на ширину. То есть 8 умножаем на 3. 8 на 3 – 24. 24 сантиметра квадратных – это площадь прямоугольника. И вторым действием найдем 1/6 площади. То есть нам нужно всю площадь разделить на 6. 1/6. Знаменатель нам показывает, на сколько частей мы должны поделить. А числитель показывает, сколько частей мы взяли. Но 6, на 6 частей разделили и одну часть взяли. То есть еще умножили на 1. 24 разделить на 6, 4 умножить на 1, 4. То есть 4 сантиметра квадратных – это 1/6 площади. И можно записать ответ. 4 сантиметра квадратных. И выполнили задание 1104. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.